что не повезло нам сегодня. Там реально не повезло на одной карте, если бы я лучше сыграл фримод, по-моему. Что это было, уже не помню. Но мы одну карту точно забрали. Да и пики лучше готовить. И чтобы все на матчи приходили в кондиции. Потому что я думаю, если бы Полиночка была в кондиции, то мы бы фримод сыграли бы лучше. Да, если бы я был в кондиции. Ну да, если бы я в кондиции был, то мы бы хардрок еще забрали. Точнее, фримод этот второй забрали. Блин, а можно было Владюшу уже на фримод выпустить? Обалдеть. А он разве имеет такое? Да. А мне это покажет. Да. Кого именно? Фримод. Какой? Фримод какой? Второй? Первый? Первый. Ну да, это мисплей. Так. А хотя под, ну, без Сталиночки скидни ты пошел сыграть, ну да, было бы лучше. Но проблема в том, что они все равно 4 пока считай сыграть. Ну не 4, ладно, мы там скоро нам на вообще-то. Но у нас яд, что мы насрал еще. У кого-то из вас СБ, у них на ПК. Да. Ну, ладно. Я. Ну, когда насчет ДТ? Если украинцы играли, они купили ДТ, и они купили. Ну, они один раз выиграли ДТ, куда? Да. Ну, у нас просто самих ДТ игроков нет, но типа, смотри, ДТ-1. Ну, кстати, ДТ-1. Можно. А кто в Хидденге пошел играть? Теория. Да там это... ДТ-1 или что? Да. Ну, я подумаю насчет пиков на следующей неделе, просто я убил, да. Просто фримод. У нас документ пустой, что там? Нет, документ-то пустой, ладно, мы-то играли... Да. А мы будем еще играть? Конечно. Да, где-то к пятнице, к четвергу, думаю, да. Ага. И тренер у нас тихо, на откисе. Тренер, возможно, ему скоро приедет гость на 23 февраля, он там будет, возможно, это не в кондиции, так сказать. Что, он 3 дня бухать собрался? Не бухать, ну да. Короче, да. Дефолтный петербуржец. Да пойдет. Я чуть другого ожидал. Ну ладно, там мой косяк, пофиг, не важно. Но главное хохло. Цель номер идея фикс, цель номер один. Все. Всем пока. Удачи вам, да. Давайте. Пока. Don't play it.